Всем-всем большой привет! Получила я свой заказ по каталогу номер 11 в компании Avon и хочу поделиться им с вами. Заказ у меня оказался большой, две коробки еле принесла домой, пришлось даже на такси везти. Но давайте я начну с самого интересного. Это то, что мне не хотелось брать, но я взяла только из-за цены. Вот такой класснючий набор. За 399 рублей меня впечатлил. Началось с того, что мама попросила мне заказать вот этот спрей для ног, но он был только в наборе. И я посмотрела, что набор очень выгодный. Вот такая туалетная водичка в него входит, пена, гель для душа, маска для волос и спрей, который нам был необходим. Такую водичку у меня брала как-то подруга, аромат мне понравился. И я подумала, что за 400 рублей... Еще и скидка представителя. Этот набор отличный. Пена у меня такая только-только закончилась и будет новая. Давайте покажу я вам этот набор. Это сама пена. Сочная манго. Аромат прямо самым настоящим сочным манго. Вот как написано, так оно и есть. Классный. Гель для душа. Один из моих любимых. Очень я люблю цитрусовый заряд. Он пробуждающий, действительно, как здесь написано. И в него входит аромат грейпфрута и мандарина. Очень приятный, жду жару. У меня такой есть еще в старом оформлении со старой крышкой. И начну использовать первый тот. Ну, а этот пока в запасике. Следующее, это сам спрей. Охлаждающий лосьон спрей для ног. Раньше они были пузатенькие, теперь более удобный формат, подлиннее и потоньше. И аромат экстракт кокоса. Ну, попробуем. Маска. У меня такая есть маска вместе с шампунем, но будет еще одна. Это мульти, по-моему, витаминная. Да, с витаминным комплексом входит аромат грейпфрута и маракуйи. Она не очень густая. Вот так вот выглядит. И очень приятный имеет аромат. Аромат прямо волшебный. Нравится. Ну и водичка. Водичка пришла вот в такой коробочке. Наверное, я вот так сделаю. И выглядит она вот так. Summer White Paradise. Если я правильно. Paradise. Читаю. Она с такой персиковой крышкой. Очень приятный аромат. К сожалению, сейчас я посмотрю, какие ноты тут есть. Да, цветы персика, лилия и янтарь. Он приятный, чувствуется цветочный аромат и сладковатые такие цветы. Как будто не просто цветами персика, но и самим персиком пахнет. Ну, приятный, он больше цветочный аромат. Такой прямо классненький, нежненький. И летом подойдет, хотя есть сладость. И на весну, на осень, ну, любое время года. Вот такой отличный набор. 400 рублей, ну, пау. Я им очень рада. Дальше в заказе был вот такой огромный фитоукрепление шампунь крапивый лопух. У меня его регулярно берут два человека. И обеим скорее. Он очень нравится. 700 мл. Вот такая вот бадья. И вторая бадья тоже на 700 мл. Это романтичный райский сад. Гель для душа. Входят экзотические фрукты и пион. Вот такой аромат. Вот, наверное, основной вес-то у меня в посылке. В этой коробке были вот эти два средства. Но они не одни были. Помимо той пены, я взяла еще одну пену. Это новинка. Аромат Bubble Gamma. 500 мл. Вот так выглядит флакон. Они все зафольгированы. Это шла по фокусу. Сейчас мы откроем. Я только приехала и понюхаем. Очень приятный. Действительно, аромат Bubble Gamma детства. Ну, мне в таком самой будет приятно принимать ванну
Классненький, очень вкусный аромат. Прям вау. Так, следующее, что было в заказе, это несколько гелей для душа. В этот раз такой у меня получился заказ пенно-мыльный. Так, первый гель. Так, сейчас я тут лишнее оторву. Романтика в Венеции. Чувственная романтика в Венеции. Аромат фрезии, красного пиона и мускуса. Вот такой. Второй гель. Сейчас я тут тоже лишнее уберу. Так, ну не получается. Ну ладно. Яркое солнце Калифорнии. Аромат грейпфрута и франжипани. Вот, кстати, тут тоже грейпфрут есть, как и в цитрусовом заряде. Но ароматы немножко отличаются. Вот такой. И третья новинка. По фокусу я его брала вместе с пеной Bubble Gum. Это щедрые сокровища Африки с ароматом ванили и жасмина. Аромат мне понравился. И ваниль чувствую. Но больше ваниль, чем жасмин. Ваниль перебивает. Ну, такой сладкий, приятный, цветочный аромат. Вкусненький. С удовольствием буду пользоваться. Также вот такую пару заказала. Мгновенное восстановление. Это от Edwin Technics. Шампунь и ополаскиватель. Это идет пара для поврежденных волос. По 250 мл. Вот такая вот красота уедет. Дальше. Вот не помню, по-моему, у меня кто-то это заказывал. Да, это в заказе дезодорант спрей для ног от Footworks. Такой легенький, 75 мл. Я почему-то думала, что дезодорант 150 будет, а вот он оказался 75 мл. Вот такой. Ну, будет пользоваться. Кто заказал, все равно, наверное, будут рады. Еще в заказе от Footworks были два скраба для ног. Эти скрабы у многих в любимках. С минеральной морской солью. Они оба, у них приятный аромат. И, по-моему, они немножко даже пенятся. А скрабинки, вот видно, у них такие двойные, коричневенькие, большие и мелкие. У меня у самой такой был, мне нравилось им пользоваться. Да, он пенился. Дальше. Дослали в прошлом заказе. Была тоник матирующий, или что это у нас? Да, матирующий тоник, очищение. 200 мл. Видно, что внизу идет такой белый осадок. Вот он, взбалтывается. И матирование у него есть. И вот то, чтобы этот осадок надо взбалтывать и пользоваться. Так что прислали. Дальше. У меня глаза разбегаются, я думаю, чего бы не забыть. Дальше у меня тоже заказали. Это укрепляющее средство для ногтей. Avon True. Вот так оно выглядит. 10 мл. Ну, тут видно и кисточка какая. Ну, надеюсь, укрепляет. Так, дальше. Набором можно было в серии Lux взять любые два предмета декоративной косметики. Там на определенной странице, по-моему, можно было помаду и тушь выбрать. Ну, может быть, что-то еще я сейчас посмотрю. И вместе это стоило 550 рублей. То есть вот в паре. У меня взяли помаду и тушь. Так. Вот, видите? 2 за 550. Выбирай, комбинируй. А, ну да, вот можно было и подводку даже брать. И вот такой вот выбор. Тушь я не покажу, а помада оказалась у меня такая есть.
Я покажу здесь название, чтобы было видно. Вот так оно выглядит здесь. Вот такой блестящий футляр. Ту я даже не открываю. Надеюсь, такой же футляр. Не изменили дизайн. И вот такой цвет. Давайте я сводч сделаю. Она имеет блестки. Эта помада. И вот так смотрится. На губах нежно, красиво. Но блесточки есть. Такая она как перламутровая, что ли. С шиммером. Вот так. Дальше. Две помады Леди были в заказе. Одна клиентки, а вторая нам. Сейчас я вам попробую показать название. Эту мы открыли посмотреть. Такое название. Эта помада шла прямо на первом самом развороте. И вот здесь вот он, видите, винтажный розовый. Вот так вот выглядит. И более розовый. На самом деле этот цвет больше уходит в красный. Вот он пришел вот такой поврежденный. Открыли стик, еще ни сводчи, ничего не делали. Вот цвет уходит в красный. Сейчас я посводчу. Вот, видите, он прямо яркий. Очень винтажный, розовый. С каталогом отличается очень. Сейчас попробую еще раз показать. Вот так. Ну, отличается. Так, дальше. В заказе еще были два карандаша. Карандаши из серии Диамант. Так. Название покажу. Первый мы посмотрим вот этот, а потом вот этот. Поэтому я второй раз уже не буду показывать. Вот он такой. И вот такой цвет. Он такой темно-синий, как ночное небо, и есть небольшие блестки. Вот видно, он прямо... имеет такое какое-то свечение. Какой-то хамелеонистый такой эффект имеет. От темно-серого в синий уходит. Это все за счет блесток. Так, и второй карандаш. Уже вот такой. Более синий, более сочный оттенок. Сейчас мы его тоже потестируем. Вот такой. Вот они оба. Ну, красивые, оба красивые. Можно сказать, серый и синий. И вот благодаря блесткам играет так красиво на солнце. Вот второй. Дальше. Давайте я покажу украшение. Украшение у меня было в двух размерах. Один мой, другой не мой. Не мой. Уже поставила. Сейчас будем смотреть мое. Вот такая коробочка. И вот такое колечко. Так смотрится очень красиво. Я взяла его вообще не на этот палец, а рядом с обручальным, чтобы носить. Сейчас покажу. Так.
кажется, красиво. Очень нежно смотрится и красиво. А серьги очень оригинальные у них. Так, каждая серьга в разном пакетике. Мне нравится, когда так вот серьезный подход к украшениям. В общем, вот эту вот веточку, она снимается, ее можно снимать. Сейчас покажу. Вот заглушка, и вот она болтается, ее можно снимать. И когда вы ее прижимаете к ушку, то саму веточку можно фиксировать в любом месте на мочке. Можно кверху, можно к низу, можно сбоку, в общем, как хотите. И вот такая красота. Можно вообще ее снимать и просто носить гвоздик вот с таким стразом. Красиво и интересно все. Понравились. Наборы были недорогие. Кажется, 229 рублей. Так. Да, 229 рублей. Ну, отличная цена такая. Дальше. Наверное, уже... Дальше подарки пойдут. В общем, дальше идут мили, фишки и баллы. Поэтому будет дальше все такое подарочное. Давайте начнем с миль. У меня было 4 мили, и у моей подруги было 4 мили. И мы обе взяли с ней FAM Icon. Вот эти две водички. Одну она себе, другую я себе. 50 или 70 рублей по милям. 70 рублей надо было только заплатить за эту водичку. У меня такая как раз заканчивается. Она мне и маме моей очень нравится. То есть мы вдвоем быстро ее уничтожаем. Приятный, приятный такой цветочный аромат. Нравится. Я не буду описывать аромат. Очень красивый. Так, теперь насчет... Это... Мили было ли для всех. А у представителей была вот такая еще программа на протяжении двух каталогов. Можно было собирать фишки. С каждой 1000 рублей в заказе одна фишка. У меня получилось 6 фишек. И я взяла за 4 фишки Альфу водичку. И за 2 фишки вот этот набор от Планеты Спа. Маску для волос и вот второе средство тоже для волос. Сейчас я вам все покажу. Начнем с долгожданной Альфы. Вот так выглядит коробочка и флакон. Очень красивый флакон. Вот этот градиент от темно-бордового, прямо уходящий в прозрачный. Очень красивая такая крышка. Аромат мне нравится этот. Когда он был новинкой, я брала пробник и осталась тогда в восторге. У него тоже такой цветочный аромат, но есть и фруктовая нотка, такая приятная сладость. Ну, нравится мне этот аромат, очень-очень нравился, и я его с удовольствием взяла при первой же возможности, когда предоставилась вот такая программа. За него 50 рублей надо было заплатить. И за 2 фишки тоже 50 рублей. Это маска «Райское увлажнение» с маслом оливы. Это очень хорошая маска. 200 мл. Я ее люблю. И лосьон для волос. Также с маслом оливы. Вот. Лосьон такой я не пробовала. 60 мл. С огромным удовольствием попробую. 50 рублей за такой набор. Это, мне кажется, просто подарок. Спасибо Avon за их мили, фишки, баллы. Потому что это вообще здорово. Это очень выручает и делает заказ менее, ну, более дешевым. И дальше. Что я взяла по баллам? Мне постоянно приходит предупреждение, что 12-й каталог последний для меня в Avon клубе. Там 3 же клуба. Первый в начале, там за полгода выходишь. Вот сейчас я, видимо, из 2-го клуба выхожу. И давайте посмотрим, что я взяла там. Во-первых, я взяла 2 помады Ультра. Одна была, кажется, 40 баллов, вторая 50. Название.
Не знаю, есть они в каталоге или нет. В общем, у первой название вот такое. И давайте посмотрим, она с окошечком. Так, не в ту сторону. И вот такой красивый розовый цвет. Очень красивый. Как бальзам. Видите, сколько уже рисуем времени. Как бальзам ложится. У меня пигмент губ практически белый, поэтому на мне заметно и очень нежно смотрится. Когда яркий макияж, глаз темный, то такая помада будет очень красиво. Чувствуется увлажнение в этой помаде. В общем, классно. А давайте я ее открою. Здесь есть куда ставить. И вторую помаду я взяла. Давайте тоже покажу. Вот. Так лучше сфокусируется. Вот в таком названии. Боялась, что цвет я не угадаю, потому что там в каталоге-то неправильно цвет отображается. А в интернете-то и подавно. Ну, вот так вот. Они между собой даже похожи. Только это уходящая в персик немножко, а та в розовый. Ну, давайте рисовать второй. Видите, она даже рисует похоже. Также. Как полупрозрачная получается. И действительно, это уходит в персик, а первый уходит в розовый. Вот такие вот две красавицы у меня теперь. Есть в них некая схожесть. Тут колпачок уже идет без окошечка. Так, и сейчас я шурша. В общем, вот в таком пакете я взяла. В прошлый раз я вам показывала муфту. Мне бы сейчас сводчами не испачкать эту моську. Вот такая симпатичная овца. Все ее, наверное, узнали. Это овца, которая ложится на подлокотнике. И у нее 4 кармана с двух сторон. Туда можно пульт любой, телефоны любые. И она будет все это дело охранять. Вот такие у нее лапы. И я ее взяла по баллам. Я на нее часто смотрела, когда она просто была в каталоге. Но мне казалось, цена дороговата на нее. А по баллам, бесплатно. Прямо милое дело. Она даже как мягкая игрушка идет. Такая тепленькая, приятненькая. Мне кажется, с ней спать в обнимку можно в холодные зимние ночи. Вот такая милейшая овечка. Так, как мне ее здесь посадить-то? Пусть с нами посидит. Так, и последнее. Последнее я хочу показать фокус 11 каталога. На последней странице были водички. Я не стала заказывать саму воду. 499 рублей. Но я взяла пробник для нее. Это цветочно-восточно-фруктовый аромат. Входит грушевая гранита, магнолия и янтарь. Это парфюмерная вода. Мне она понравилась очень. Пришел пробник. Понравилась очень. Она, правда, похожа сладостью на много ароматов из Avon, вот, которые имеют сладость. Но это то, что я люблю в Avon как раз. Вот. То есть вот эта водичка понравилась. Она будет в следующем каталоге идти, если вы берете 2 и более 40% скидки. Но я полистаю каталог, посмотрите. Но 500 рублей – это очень выгодная цена в любом случае. То есть она будет дороже, но не дешевле этой цены. Это минимальная. И вторая водичка, тоже она является новинкой. Soft Mask. Дальше не знаю, как называется. Тоже я взяла пробник. Это уже туалетная вода. Альдегиды входят, пион и мускус. Вот эту воду я брать себе не стала бы. Мне она показалась тяжеловатой. Я не знаю, как пахнут альдегиды. Но вот тяжесть пиона тут такая чувствительная. Поэтому, ну, на любителя. В любом случае, на любителя я описывать долго не буду. Это надо брать и пробовать, тестировать каждому лично. Но вот из двух мне понравилась лично больше вот эта. Она такая сладкая, приятная. Та тоже сладковатая, как вот пионистая сладость. Но есть небольшая тяжесть в аромате. Так, что еще не показала? Ну, давайте еще вот
печатную литературу покажу, какая пришла. К 12-му каталогу распродажа пришла. Сам 12-й каталог. Вот он такой красивый, с этой водичкой новой. Ну и фокус к 12-му каталогу. Будем листать сейчас, смотреть. Немножко скомканный получился обзор, потому что я прямо с почты буквально пробежала на кухню, чтобы вам показывать. Единственное, на себя со всех сторон нанесла эти водички, чтобы как-то потестировать. Но еще первое впечатление, оно пока такое, ну, не совсем точное. То есть со временем лучше будешь знать аромат. Пена очень понравилась из новинок. Гель классный понравился. Ну и вообще я в целом осталась довольна этим заказом. Огромное спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. Всем пока.